едем, едем в далекие края. Голубца с мыком, это буду я. По камере соседей, по лагерю друзья. С вами каждую неделю сливки русского шансона. В программе «Гопса с мыком» на русском радио Екатеринбург. Вы еще по стол пешком не ходили, когда я сидел в старинном одесском ресторане «Фанкони» и пил черный кофе с лимоном. Здравствуйте, Олег. Здравствуйте. Нам очень приятно видеть вас у себя на кухне. Значит, и я хочу сразу же сказать радиослушателям, что у нас речь сегодня пойдет не, может быть, не как о таковом творчестве Олега Митяева, а о его, может быть, каких-то пристрастиях жизненных. А вот такой вопрос. Какое ваше отношение к уличным, одесским, дворовым песням, может быть, лагерным песням? И сразу же, может быть, вдогонку, что было в детстве? Были ли фонарики с скамеечки, вино с девочками, с гитарами, вся эта романтика такая детская? Я сейчас даже сложно сказать так, что вот этот ряд, который вы перечислили, там, девочки, вино, романтика, это все, мне кажется, вот те люди, которые сегодня занимаются так называемым русским шансоном, они не понимают, что они делают. Потому что, как сказал Солженицын, романтизация уголовки – это не такое безобидное дело. А те песни, которые мы пели в детстве, ничего не соображая, они могут как бы прозвучать только как ностальгия по детству, но не более. А когда это вырисовывается в отдельный жанр, и такое ощущение, что вся страна у нас отсидела. И хотя говорят, что там каждый какой-то у нас отсидел, но тем не менее очень важно отношение к этому, чтобы не ставить с ног на голову. Потому что, скажем, песни Галича на эту тему, они очень отличаются от песен Танича. То есть вы считаете, например, что такие песни как бы могут провоцировать молодежь на какие-то криминальные действия? Я думаю, что не впрямую, они как бы, если человек слушает такие песни, а, скажем, не слушает другие, то у него, наверное, он меньше задумывается над чем-нибудь. Стремиться надо к высокому. Вы знаете, есть такая объединяющая линия, которая мне понравилась. Кто-то назвал этот жанр сюжетной песней. Это, в принципе, как-то примиряет. Когда есть сюжет, когда понятно, человек пришел, влюбился, он ее бросил, уехал, приехал, ушел, то есть что-то происходит, да. И другое, когда там абстрактная поэзия Виктора Соснора, например, которая не поддается никакому сюжету, да, это набор каких-то образов, впечатлений. Конечно же, например, очень жестко о порядках в стране, о нашей сегодняшней жизни может писать Александр Мирзоян, но при своем, скажем, кандидатском образовании, он не может это делать примитивно. А вот такой, скажем, примитивизм русского шансона, когда он только этим и ограничивается, вот это печально. Хорошо, тогда такой вопрос. Скажите, первая ваша песня вообще, вы помните ее? Что вы спели? Извините, пожалуйста, извините. Вот как раз я хочу сказать, вы же, наверное, заметили, что песни Галича, несмотря на то, на то, там что... Там есть еще какие в этом плане? Правильно, песни? Правильно. Но они в русском шансоне не так котируются. Они как бы, может быть, как раз из-за своей глубины, они не принимаются. Я вот не слышал, чтобы так уж упирали на Галича. Лесоповал, да. Жаров, да. Первые свои вот шаги с гитарой, с песней, что-то навевало, откуда вдруг... Чего? А не с чего? Вот этот песенник, который обычно бывает у подростков, даже у детей, или, скажем, даже когда не было песенника, а мы просто запоминали песни наизусть, то там, в принципе, были песни и вокально-инструментальных ансамблей, и Высоцкого, и Городницкого, и дворовые, как вы называете, по дороге ночной проскакали ковбои. О, вот, да, 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 и это приятно вспомнить, но не более того, скажем, в какой-то компании. Причем в компании понимающих людей. Но мы услышали отношение Олега Митяева к песням. Ну, я думаю, что в принципе негатива такого черного нет. Нет, это а просто я вам...
Я вам скажу так, почему нет негатива. Потому что я не люблю обобщения. Я не могу говорить о каком-то там жанре в целом, да. Меня интересуют конкретные люди, а за каждым человеком стоит конкретная судьба, стоит конкретный талант или не талант. И поэтому можно говорить про отношение к какому-то человеку или к какому-то отдельно взятому его произведению. Например, все-таки, когда Аркадий Северный поет песни вот эти, то я ему верю. Он делает это искренне, и он не претендует на другой уровень. Он находится в своем уровне, и он так поет, да? И вот эта гармония меня как-то даже восхищает. При его голосе, при его отношении к жизни. Это все вместе, это очень гармонично. Но когда человек входит в число эстрадных звезд, когда у него другой слог, а он записывает альбом там «Амнистия» для того, чтобы заработать денег, вот это вот меня возмущает. Ну что же, я думаю, мы поблагодарим Олега Митяева за такое интервью. Я думаю, для наших радиослушателей это будет, в принципе, программа для размышления. Большое вам спасибо, Олег. Приятно было вас повидать. Я хочу вам пожелать, чтобы у вас в творчестве и в жизни было все в порядке. Спасибо. Спасибо. Вам. Спасибо.